Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч лиги. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. На экране состав команд. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч лиги. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. На экране состав команд. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч. Финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Хуанми. Хорошо мяч перехватили в атаке. Илья Ромень. Эрнандес. Хуанми. За такую грубую игру можно и желтую получить. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Ну и, наверное, не только сегодняшний. Защита первая на мяче, вынос. Но мяч по-прежнему у соперника.